Жара,
Напоминаем жителям столицы, что с пятницы по воскресенье движение транспорта в центре города будет ограничено. Эй, Храс, что изучает центр Сечина? Радиоволны, товарищ майор. Здесь есть оборудование, которое поможет Петрову вас засечь. Передвигайтесь с осторожностью. Тогда вообще молча. Слишком много внимания, майор. Скоро здесь будет жарко. Thank you.
Посмотри, кто к нам пришел! Думал, я тебя не замечу, собака. Опять ты? Как же я устал от тебя! Надеюсь, тому, кто его придумал, повезло не меньше моего. Да, я тоже надеюсь. А вы о чем? Да о социальном рейтинге, Нечаев. Вам-то на него плевать, вы в особой категории. А нам, обычным людям, он нужен. Особенно, если мы хотим получить не обычную мысль, а продвинутую. Цвет алая звезда, например. Нахрена она нужна? Как это нахрена? Сразу видно военный. Качество, уникальность. Чтобы у тебя было лучше, чем у большинства. Обычные человеческие желания. И вот из-за этого я вне смены осталась специально, потому что мне для повышения рейтинга надо было всего лишь 8 часов сверхурочных. Все было бы хорошо, если бы каждая пятая сволочь не начала пытаться повысить свой рейтинг перед полимеризацией. И от этого случилась социальная девальвация. Что? Обесценивание труда. Все стали работать больше за бесплатную безделушку. Эх, капитализм ударил откуда не ждали. Вы правда умерли, потому что хотели себе цацку покрасивее? Вы что, сорока? Это вы сейчас что, издеваетесь? Идите уже! Все равно я теперь всего лишь статистика. Mm-hmm.
здесь. Совсем немного. Нет, ты еще не готова. Интригует, верно? Нужно подождать еще. Катись к чертовой бабушке песцов! Ты, еблан, наблюдал радиовозмущение из космоса 3 года и ждал пришельцев! Блять, это была микроволновка! Чтоб тебя метеорит убил! Сил моих больше нет терпеть тебя, мудака! Тебе меня не поймать! Товарищ майор, Петров где-то неподалеку. Тише. Ну что, попались, голубки? Ты убил его? Виктор, хватит! Довольно смертей! Да просто вырубил! Просто вырубил! Быть или не быть, вот в чем вопрос. Достойно ли души смиряться под ударами судьбы? Или надо оказать сопротивление? Нет, это все неправильно. Это неправильно. Я не согласен. Нет, Лариса, извини, но я тебя не понимаю. Он здесь все разнес, а ты... А я врач. И сегодня погибло уже достаточно людей. Людей, Лариса! А это зверь! Цепной пес! По приказу Сеченова порвет кого угодно! Виктор, он прикован. Я запрограммирую лечение, мы пойдем. Куда?
За нами никто не придет. А все планы на побег уничтожил этот маньяк. Я знаю, но мы что-нибудь придумаем. Сомневаюсь. Освободите меня, я обещаю, что все закончится быстро и безболезненно. Подал голос. Залаял. Видишь, он только очнулся и уже угрожает. Я хотя бы угрожаю. А скольких людей без предупреждения порубили в капусту твои роботы? 2-3 тысячи, а? Виктор тут ни при чем. Он лишь вызвал локальный сбой. Локальный сбой? Какого хрена тогда на твоем Викторе не царапинки, м? Что за бред ты несешь? Бред? В Вавилове. На ВДНХ. Здесь роботы атакуют всех без разбора. Всех, кроме вас. Почему, если вы их не контролируете? А? Говорил, что не имеешь никакого отношения. Конечно, не имеет. Чего он там еще успел тебе наплести, а? Виктор! Это было необходимо! Простой сбой ничего бы не изменил! Как ты мог? Как я мог? Ты же сама сказала, весь мир может погибнуть! Нет, не трогай меня! А ты действительно ей ничего не сказал? Обраменчик. Полегче. Тихо, тихо. Лариса, стой! Лариса! Да ничего тебя уже не спасет, козел. П-3 вызывает Челомей. Петров бежал. Снова. Нечаев, я вижу, тебе нравится за ним гоняться. Петров не должен помешать запуску нового коллектива. Найди преступника. Немедленно. Вам удалось разозлить волшебника, товарищ майор. Я уже понял. Не лезь под руку, а? Thank you.
Аккуратно. П-3 вызывает Челами. Петров бежал. Снова. Нечаев, я вижу, тебе нравится за ним гоняться. Петров не должен помешать запуску нового коллектива. Найди преступника. Немедленно. Вам удалось разозлить волшебника, товарищ майор? Я уже понял. Не лезь под руку, а? Внимательный майор. Брат поднимает уровень тревоги.
Кассина! Ты меня не остановишь! Что дозволено Юпитеру, не дозволено быку! Thank you.
Регистрирую еще больше вражеских сигнатур, майор! Вы ввязываетесь в серьезный бой!
согласился. Иди сюда. Враги повысили свою бдительность на максимум, майор. Сохранение.
изменение данных. Обидно. Ладно.
хранения данных.
Гражданский полигон. Новое вооружение. Именно. Я думал, предприятие 3826. История все больше про гражданские разработки, покорение космоса и улучшение урожайности пшеницы. Это сложный момент. Подумайте вот над чем. Предприятие — это вотчина академика Сечина, где в равной мере присутствуют разработки новейших переносных телефонов, плодоносных яблонь и метального оружия. Ты куда клонишь? Может быть, ваш шеф не такой уж и не сильный? Динамик-то прикрой, много лишнего болтаешь. Испытания необходимы для сбора информации об износостойкости стройматериалов, а также зданий и сооружений под сейсмонагрузкой. На данном полигоне они проводятся на специальной виброплатформе, имитирующей сейсмические колебания советской земли. Результаты испытаний призваны обеспечить безопасность советских граждан, проживающих в строениях, спроектированных бригадами предприятия 3826.
выберите желаемое дело. Гидравлические испытания – это комплекс мероприятий, призванный изучить гидравлические свойства полимеров различной классификации и типов. Испытания проводятся на разных этапах эксплуатации вещества, модулируются различные аварийные ситуации и изучаются методы ликвидации. Можно наблюдать симуляцию полимерного затопления. Следуя поведение как строительных материалов самого контейнера, так и находящихся. Данных.
данных.
Thank you.
хранения данных. Thank you.
сохранение данных.